Улица Полярная, 5А. Девятиэтажный панельный дом. Все парадные имеют домофоны. Тихий зеленый двор с клумбами и палисадниками. Перед домом две детские площадки. Рядом с домом небольшая парковка и спортивная площадка. Сам двор выходит на детский сад. Недалеко есть школа со стадионом. Рядом с домом несколько продуктовых магазинов, аптека и поликлиника. Также продуктовый и вещевой рынок. В ближайших окрестностях много скверов с детскими площадками, почта, а также автостанция и лес. Дом в удовлетворительном состоянии.